На сегодняшний день на трассе СМБ-Куспенка на участке дороги от памятника Маруся до Колесниковского пруда проводятся ремонтные работы. Движение автомобилей на ремонтируемом участке регулируется двумя временными светофорами, так как движение автомобилей разрешено только по одной полосе с реверсивным движением. Но, к сожалению, дорожные службы не смогли обеспечить должным образом безопасное движение автомобилей на данном участке, так как водители, выезжающие на трассу со стороны улицы Пушкинской поселка Матвеев-Курган, могут создать аварийную ситуацию по причине того, что на перекрестке нет указателей, сообщающих водителям о ремонте дороги и о том, что на данном участке движение автомобилей производится по одной полосе с реверсивным движением. Таким образом, может произойти ДТП из-за двух автомобилей, движущихся по одной полосе в разных направлениях. Уважаемые водители, призываем вас быть внимательными на данном участке дороги и по возможности выбирать пути объезда данного участка. В том числе мы хотим обратиться к дорожным службам и призвать вас обеспечить безопасное движение на ремонтируемом участке, установив необходимые дорожные знаки для предотвращения аварийных ситуаций.